Николаевич Иванов. Уважаемый Сергей Евгеньевич, мы все сопереживали вам, когда 26 января на пресс-конференции в ПАСЭ вы отбивали нападки председателя Анн Брёсер, обвинявшая Россию в аннексии Крыма. Предлагаю в качестве ответного шага дать поручение Комитету по международным делам подготовить заявление, осуждающее аннексию Германской Демократической Республики Федеративной Республикой Германии в 1989 году. Тем более, что в отличие от Крыма, в ГДР общенародный референдум проведен не был. Спасибо большое. Спасибо. Так, в отношении предложения Николая Николаевича Иванова я прошу профильный комитет, комитет по международным делам, его рассмотреть и мне отдельно доложить. Замена докладчика по вопросам 14 и 15.